вы смотрите новости онлайн. Любовница футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила, что отчасти похожа на свою бабушку. Фотодоказательство вторая вице-мисс России 2014 года выложила в Инстаграм. На черно-белом ретро-снимке можно рассмотреть родственницу Анастасии. Подписчики Костенко сравнили эффектную женщину с секс-символом мирового кино Софи Лорен и отметили, что с итальянкой у нее гораздо больше сходства, чем с Анастасией. Может, из-за прически, может, из-за модных тогда бровей-ниточек. У возлюбленной Тарасова, если сравнить ее с бабушкой, брови густые, а волосы прямые и длинные. Возможно, она унаследовала ее пышные губы и форму носа. Однако, были и те, кто согласились с Костенко, мол, она и с родственницей просто одно лицо. Отметим, что красотка заняла прочное место в жизни бывшего мужа Ольги Бузовой. Многие думали, что это очередная интрижка Дмитрия Тарасова. Но недавно влюбленные отметили полгода совместной жизни, съездив в Дубай. Напомним, Дмитрий не устает радовать любимую подарками. Например, недавно купил ей роскошный автомобиль. Однако некоторые поклонники футболиста до сих пор не могут простить ему развод с телеведущей Ольгой Бузовой и считают его отношения с моделью несерьезными. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!